Нифига, нас толпа. О, и я сам на себя типа смотрю. А я сам на себя? Это обнова такая или это на этом сервере только? У двери хп появилось. Б нажал, и там пацаны на спавне дерутся резиновыми молоточками. Да это они просто вот эту вышку нашли. Может тоже в нее слазить? Да надо ее найти для начала. Ну пока они дерутся, наверное, это возможно. А ты знаешь, где он? Ну, наверное, вон там где-то, потому что там был вид на виноградник. Да, и вон виноградники. Это может быть вот эта вышка? Ну, вот зайди на вышку на эту, а я, короче, escape нажму и посмотрю. Но это не здесь. Так, не погоди, вот а я на нее залезть не могу даже. Блин, тут этот тип с резиновым молотком. Ну-ка. Да, это та вышка. Он залез туда, я на Б проверил. Да-да-да-да-да. Это та самая вышка. Может, он покажет? А, вот он говорит, типа, за мной. Отсюда, что ли? А, вот, вот здесь. А, он пишет, они это заблокировали. Смотри, успеешь ли ты заблокировать? Хороший удар. Не, ну ему-то хорошо, конечно, он там сидит, чилит, чё. Чё, думал, он тебя тпхнет, да? Там вдвоем сидят. Да. А, вот один. Ты на Б нажал, да? Вот это чей нож? Модерай наверху. В смысле, как ты залез туда? Мне нож этот, админ дал. Во-во-во. Блин, я на крыше. Ой, меня двое. В смысле? Ну, в смысле, на эскейп нажимаю, меня двое становится. Блин, я тоже хотел залезть туда. Так у тебя что, ножей больше нет? Да у меня был нож, я убился насмерть, сейчас я прибегу еще раз. Так, куда кидать-то надо, в пол? Я в потолок кидал, вот в этот. Во, здорово, пацаны. На эскейп теперь нажми. Нифига, нас толпа. О, и я сам на себя типа смотрю. А я сам на себя? Здорово, пацаны. Он, кстати, бесконечный, походу. Да, можно летать по всей карте теперь. Все. Все, съебали, пока не убили. Теперь можно... А он стамину выглушает. Да и здоровье немножко. А, ну здоровье-то ладно. Ну-ка, а что если в небо кинуть? Мне кажется, тебе пизда. Нифига себе. Попробуй тоже подкинь. Не, пацаны, я отправляюсь к шкурам. Кто кому, мне к ним. Я к елке. Там должны эти дать. Точно, монеты. Нам уже должны призы раздать опять. Сейчас пойдем соберем и купим опять пердежный пистолет. Не, это какой-то шляпа. Там зажал кнопку, все тебе дали? Да, да, да. Сейчас проверим, вот этот миф работает или нет. Работает. О, мне даже ачивку дали. В смысле? Типа, Hands No, что-то там. Почему он, а не я? Они нарисованы. Дядя Вова. А кто? Джавелины. Вот, маг. Че у него такое? Изменяет размер оружия в слоте 1, если вы выпьете. Дымовая бомба. Попробуем. Можно размер оружия уменьшить. Сделать вообще заточкой маленькой. Где что купил? Смотри. Ну-ка, Деннис. Успокойся. Короче, справа от крепости с Сантой. Нет, справа от Санты есть хата. Да дурачки, блин. Настя, 500 рублей. Домик, я понял. Но... Да, там маг. У него зелья продаются. А, это ты? Мне показалось, что у тебя шляпа морячка какого-то. Вот маг. Че у него есть еще? Уменьшить размер игрока, смотри. Сейчас смотри. Так. И че? А, не хуй. Хуя ты болит. Купи себе тоже такую тему. Так, а как она называется? Player Resize. Выпивай, и там ползунок сейчас появится. А. Нифига ты маленький и здоровый. Бери минимального самого. Все, пройдем. А меч у меня большой или нет? Нет, меч у тебя, это, ну, по твоему размеру. Ты что, улетел, что ли? Так, ну это был маг. Надо еще посмотреть, может, есть еще какой-то тип. Вот на другом углу тоже пацан какой-то продает. Это кто? Эрих. А у тебя сколько осталось монет? 74. Блин, надо 75, чтобы было. Там надо Лмао Турт купить какой-то. Купи, посмотри, что это такое. Так, подожди. В самом конце. Ну, купил. Что это такое? Говно какое-то.
все. И чё оно давало? Я просто не знал, что это такое. Заебись, блять, я просто так сейчас потратил бабки. Представь, это сколько киллов надо сделать, сколько тут осталось? 9 минут, давай, наверное, до конца досидим, чтоб нам монетки хотя бы засчитало. О, Настя, 500 рублей. Хай. Настя, 500. Да-да-да. А, поражение. Вот 6. А чё, уже 9 минут прошло, что ли? Чё так быстро? Сколько дали печенье? 260. Чё так мало? Ну да. Настя 500 рублей покинула сервер. А чё, давай попробуем залезть на крепость. Так, сначала делаем вот так. Чё не сработало? Я в замке. Хитрец, нифига, как можно в запрещенные места пролазить. А чё, если в окно кинуть? Ой. Ой. Чё? Это плохо. Куда я попал? Тут темно и страшно. Куда я... Не кидай в окно. А я тебя вижу, кстати. Куда мне выйти? Говори. Ты у меня надо мной. Ты прям в крыше находишься. Я, короче, вижу твою тень. Она по деревяшкам там ходит. Я чел такой кинул, показал мне, что может ТП-шиться. Я кинул, он такой типа... Нет. Сука. Я просто кинул, он меня не ТП-шнул нож. Типа, попробуй поймай, да? Это что за щегол смертник? Косарь какой-то. Косарь. Не получилось. Ты что, ему в задницу кинул? Такой скорпион в обратную сторону, да? Помочь? Да, конечно. Спасибо. Чё он? Опять этот молочник? Мистер подгузник. Все. Нифига, он прям в хэт. Ты чё, ты от аутиста увернулся? Дрочит. Где? А, вот, реально наяривает, ты посмотри. Там еще и утка дерется. Какая? А вон там где-то утка была какая-то маленькая. Вон она. Минус 3, блять! Это мне сразу видос отдал. Минус 3, yes! Пора отжарить ее. Все? А что такое? Что, домахался? Вот и все. Gave me это что? Дай мне. Кто там чел, который с нами там, который молотом резиновым махал, пишет типа админ gave me. О, нифига типок чифернул. Че, от двери уже ничего не осталось? Да. Утка, все.